Всем футбольный физкульт привет! 28 ноября в 13 часов в рамках чемпионата мира 2022 по футболу состоится матч между сборными Камеруна и Сербии. Сборные встречались однажды в 2010 году на товарищеском матче, где победили сербы 4-3. В последних 5 поединках этого года у Камеруна 3 проигрыша и 2 ничьи, у сербов 3 победы, 1 поражение и 1 ничья. Камерун в группе на 3-м месте, Сербия на 4-м. Букмекеры отмечают фаворитом в предстоящем матче сборную Сербии, но как уже показали некоторые поединки, слабые побеждают сильных, так что здесь тоже это нужно учитывать. Матч покажет телеканал Матч ТВ и Футбол 1, а также сайт Матч ТВ и букмекерские сайты. Всего хорошего, до новых встреч!